Дальневосточный федеральный университет присоединился к международной акции «Сад памяти». 11 тысяч деревьев студенты и сотрудники ДВФУ высадили в лесопарковой зоне возле гостиничного корпуса номер 11. Регулярно вместе со студентами мы высаживаем растения. Порядка больше 20 тысяч высажены за последние там 3 года. И на самом деле очень здорово, что кампус у нас не только чистый, в том числе благодаря студентам, которые не мусорят, но и такой зеленый. А через сколько-то лет, не знаю, через года 3 или 4, будут еще и абрикосы здесь, можно будет собирать. Акция проводится с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология». Она проходит по инициативе президента Владимира Путина при поддержке правительства края, государственных и общественных организаций. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. У меня выдалась такая возможность, я решила ей воспользоваться, высадить свое дерево. К тому же, если я пойду сюда в магистратуру, то через несколько лет я смогу его даже лицезреть. Оставить такой, так сказать, след в истории, плюс помочь экологии. Всем желающим предоставили необходимый инвентарь и провели инструкции по работе с саженцами. Возле кампуса ДВФУ были высажены сосна корейская и маньчжурский абрикос. Я увидел сообщение в соцсетях о том, что вот будет такая акция. Мне эта идея понравилась, так как я из такого отряда. Конечно, мы хотим быть ближе к такой деятельности, которая связана с природой, с выставками деревьев и так далее. И мы с отрядом, конечно же, захотели пойти сюда. Помимо студентов и сотрудников ДВФУ, в акции приняли участие представители управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю и аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Олег Завьялов, Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на Восьмом.